Но теперь о хорошем. В удивительное космическое путешествие отправил зрителей известный композитор. В большом звездном зале Московского планетария прошел концерт Андрея Климковского. Под куполом проносились планеты и спутники, а зрители могли прогуляться по Млечному пути и проследить за маршрутом загадочных комет. Среди россыпей звезд пролетал поток метеоров. Правда, к концу этого грандиозного шоу зрителям все-таки пришлось вернуться на Землю. В этой космической феерии в планетарии приняли участие и специальные гости. Этновокалистка Ольга Земляника и музыкант Игорь Колесников.